Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48-300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН продолжают новости Анапы регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Глава города объявил ревизию технических зон. На воде должно быть безопасно. Новый сквер – ответ на давние вопросы. Олимпийский дух – это по-нашему. И сейчас обо всем подробнее. Прокат маломерных судов должен осуществляться только в специальных технических зонах. О безопасности наводных объектов шла речь на краевом видеоселекторе. Водные аттракционы и прокат гидроциклов – прибыльный бизнес в разгар сезона. Курортные города страдают от наплыва нелегалов. Анапа, к сожалению, не исключение. Министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, региональной безопасности Краснодарского края Борис Гребов требует применять к нарушителям самые жесткие меры. Замечания совершенно справедливые и принимаются мною. Я в ближайшее время соберу межведомственную комиссию и проверю, как выполнялись мероприятия, те, о которых сегодня к нам, я понимаю, замечаний очень много. Но хочу сказать, что с начала сезона проведено 101 совместное патрулирование вместе с подразделением ГИМС и членами межведомственной комиссии. Инспекция по маломерным судам составлен 161 протокол об административных правонарушениях. Проверена работа в отношении маломерных судов и использование их незаконно. 8 гидроциклов и 2 водных аттракциона изъято. Ликвидировано 6 мест незаконной деятельности по использованию маломерных судов. По завершению краевого совещания глава Анапы дает поручение службам провести ревизию всех точек проката. На каждую техническую зону заводим легально, заводим наблюдательное дело. Кроме этого, запрашиваем по новой у Салова, вот сейчас он выступал последний, данные о всех арендаторах в границах города-курорта Анапа, водной акватории, которые получили право водопользования. Накладываем сюда, смотрим. Следующее. По всем проводим контрольные мероприятия. То есть, это все делаем сразу. А уже силы и средства определяйте, Владимир Ильич. Проводим контрольные мероприятия по выявлению нелегалов и направляем информацию по принадлежности. Здесь важно межведомственное взаимодействие, подчеркивает глава курорта. Если нелегальный бизнес не пугают штрафы, то в ход должны идти другие методы. Лишить нарушителя возможности работы можно, изъяв водный автопарк. Очередные квартиры для детей-сирот. Застройщики готовы выставить на конкурсные процедуры и предложить для приобретения администрации города-курорта. За процессом строительства квартир, которые будут приобретаться администрацией города для детей-сирот, строгий контроль. Жилая площадь в таких квартирах должна быть не меньше 14 квадратных метров, а общая не меньше 33. Электронные замеры это подтверждают. Обязательно на кухне фартук в рабочей зоне, газовая или электрическая плита, сантехника, железная входная дверь и пожарная сигнализация. Все эти требования будут соблюдены. Пока квартиры на стадии отделочных работ. Осталось только сам фаян, ну и половая. Стены выведены. В этих квартирах будут даже изящные натяжные потолки. Администрация края изучает этот процесс не случайно. Если администрация тратит деньги на строительство комфортных квартир с соблюдением сроков и качества строительства, администрация края продолжит работу в рамках проекта «Квартиры для детей-сирот». О судьбе участка на пересечении улиц Лермонтовой и Астраханской ходит много толков. Забор убрали, незаконное строительство прекращено. Что же будет с этим участком дальше? На пересечении улиц Астраханская и Лермонтова вновь гул техники. Жители близлежащих домов строят догадки, что появится на этом месте. Говорили, парк какой-то будет такой, чтобы дети могли отдохнуть. Вроде бы начали что-то делать, потом вдруг раз забор убрали, и все, теперь снова, а теперь я не знаю. Но я думаю, что, конечно, парк хотелось бы. Уже эти стройки везде такие, жилые дома, это все уже надоело. Зелени не хватает.
Не хватает зелени, парков не хватает. Вот даже на примере Красной площади. Да, хороший магазин Красной площади. И рядом вбухали эти многоэтажки. Почему там не сделали парковую зону? Глава города настаивал, что здесь должен быть еще один городской сквер. И горожане едины с Сергеевым в этом мнении. На этом участке должна быть зеленая парковая зона. Здесь парковую зону, правильно. Лавочки, деревья, ну и фонтан. Детские аттракционы какие-то небольшие такие. Не такие, не массивные, а такие, чтобы с маленькими ребятишками можно было играть. Работы по благоустройству участка идут под руководством управления ЖКХ администрации курорта. В рамках благоустройства этой территории планируется там разбить дорожки из брусчатки, покрытие будет. Потом устроить там лавочки, урны, освещение декоративное, и высадить зеленые насаждения. И к тому еще устроить автополив. Ведутся работы по выборке грунта, потому что в данное время почва непригодна для высадки растений. В скором времени завезут питательную почвосмесь и начнут работы по созданию зеленого уголка в микрорайоне. Все убрали это, и для жителей, и для отдыхающих это будет благо, большое благо. Потому что немножечко зелени добавится, это только большой плюс. Работа маршрутного транспорта в Анапе под пристальным контролем. Ежедневно специальная рейдовая группа инспектирует автобусы и маршрутки, задействованные в перевозке пассажиров по городу и району. В составе группы специалисты отдела по транспорту и связи администрации курорта и инспекторы отдела технического надзора госавтоинспекции. Особое внимание – санитарному и техническому состоянию транспортных средств, режиму труда и отдыха водителя. Обязательно наличие информационного материала о тарифах на проезд и расписание движения. Нарушителям грозит штраф. За прошедшую неделю уже составлено 4 административных протокола за отсутствие информационного обеспечения в автобусах. Сотрудники ГИБДД проверяют, проводят инструментальный контроль, то есть у них имеются соответствующие приборы, и они проверяют наличие люфта в рулевом управлении, сколы на лобовых стеклах. На курорте автобусы должны быть чистыми, а водители вежливыми. С руководителями предприятий проводятся совещания, на которых в первую очередь рассматриваются вопросы по соблюдению водителями принятых норм поведения, доброжелательности в отношении пассажиров. Профилактические мероприятия автобус продлятся до 25 августа. Но контролировать маршрутные транспортные средства по-прежнему будут регулярно. Чтобы вырасти здоровыми и активными, детям важны положительные примеры. Участники благотворительной программы «Олимпийские легенды детям России» посетили Анапу и показали ребятам, что спорт – это жизнь. Для ребят из детских лагерей «Премьера», «Янтарь», «Восход» и «Шахтерская слава» утро началось необычно – с зарядки от олимпийских чемпионов. Заряд бодрости и яркий пример для подражания продемонстрировали легенды советского и российского спорта – многократные олимпийские чемпионы. От звездных имен кружилась голова – Галина Горохова, Татьяна Казанкина, Нина Смолеева, Людмила Жигили, Любовь Мухачева. Мы всегда рады вас приветствовать на нашей гостеприимной земле. Мы очень рады, что именно к нам в Анапу вы приезжаете не первый год уже. И мы рады видеть вас здоровыми, улыбающими. Хочется вам пожелать самых лучших в жизни слов, чтобы вы и дальше к нам приезжали. Они пополнили копилку золотых медалей страны. Им аплодировали олимпийские трибуны. Сегодня они стремятся подрастающее поколение направить по пути здорового образа жизни, спорта и стремления к победам. Находимся в лагерях, в детских, и проводим с ними различные спортивные мероприятия. Короче говоря, наша цель и задача – приобщить детей к регулярным занятиям физической культуры и спорта, зажечь в них как бы олимпийский огонь в их сердцах, и чтобы эти дети росли здоровыми. И в то же время вот эти встречи с олимпийскими чемпионами здесь у нас, выдающиеся, мы приехали с выдающимися олимпийскими чемпионами, для того, чтобы это был для них своеобразный пример в их жизни. Ребята общались и фотографировались со спортивными звездами. Олимпийцы провели ряд спортивных состязаний по футболу, волейболу, веселые старты на специальные памятные призы. Эту встречу ребята не забудут. Это захватывающе увидеть живую легенду. Ветераны спорта встретятся с ребятами из Всероссийского центра «Смена» и других детских оздоровительных учреждений нашего курорта и отправятся дальше по побережью. Им некогда сидеть на месте. Спорт – это жизнь. Продолжение темы. Анапа – курорт, ко всему прочему, спортивный. Молодежь спорт уважает и все свободное время проводит на спортивных объектах города.
Особую популярность в последнее время завоевал дворовый футбол. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд стартовал в городе-курорте. Третий год подряд любители мини-футбола встречаются, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Все по-настоящему. И государственный гимн, и воля к победе, и накал спортивных страстей. В этом году у нас приняло участие 12 команд. Есть две возрастные категории. Младшая до 18 лет и старшая. Старше 18 до 23 лет включительно. Турнир интересен. С каждым годом только участников все больше и больше. Вот. И мы проводим его в летнее время, когда основных уже соревнований в спортивных секциях практически нет. И вот тем самым данный турнир является популярным у нас в городе Анапа. В этом году турнир проходит на спортивной площадке средней школы номер 2. Футбол – игра командная. Здесь важны сплоченность и понимание. Тогда и результат будет. 23 августа подведут итоги турнира, наградят победителей и отметят лучших игроков медалями и спортивными призами. Завершит выпуск прогноз погоды партнер прогноза погода салон-магазин изделий из камней и самоцветов Тайны Медной горы. В пятницу 21 августа в Анапе ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 23-27 градусов, ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4-8 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин доступной и качественной одежды для детей и взрослых «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48-300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной, и самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.